Здравствуйте, с вами программа «День города» и Марина Романюк. Смотрите в выпуске. Эволюционные посылы. Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию регионам времени уделил немного. Отходы или удобрения. Новый закон с 1 марта определит юридический статус навоза. Лыжня здоровья. На старты общероссийской гонки вышли 300 юных рязанцев. С 1 января следующего года минимальный размер оплаты труда должен быть индексирован на 18,5%. Его сумма вырастет до 19 242 рублей. Об этом заявил сегодня Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Большую часть своей речи президент посвятил теме проведения специальной военной операции, но некоторые посылы регионам он все-таки обозначил. Какие именно, расскажем далее. Меры соцподдержки, в том числе жителям новых регионов, один из главных акцентов послания Федеральному собранию. Поддержка семей, по словам президента, один из самых быстрорастущих разделов бюджета. Но экономить на этом государство не станет. Более того, специально для граждан новых регионов власти, что называется, откатят программу получения мат-капитала. С 1 февраля материнский капитал в России вновь проиндексирован. Как мы и говорили, на величину фактической инфляции за прошлый год, то есть на 11,9%. Право на такую меру поддержки теперь есть и у граждан России, жителей новых субъектов Федерации. Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, семьям, в которых дети родились, начиная с 2007 года. То есть... То есть с того момента, как эта программа начала действовать по всей России. Напомню, такое же решение мы приняли в свое время и для жителей Крыма и Севастополя. Владимир Путин анонсировал следующее повышение МРОТа минимального размера оплаты труда до 19 242 рублей, а также предложил увеличить сумму налогового вычета для семей с двумя и более детьми. Начиная с прошлого года, семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты налога с продажи жилья, если они решили приобрести новую, более просторную квартиру или дом. Нужно активнее использовать подобные инструменты. Они оказались востребованными, чтобы в семейных бюджетах было больше средств, а семьи могли решать самые важные, насущные проблемы. Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год, а по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств со 120 до 150 тысяч рублей. В системе образования президент страны анонсировал создание так называемого профессионалитета. При этом студенты, которые сейчас учатся в вузах, будут по-прежнему учиться по действующим программам. Их дипломы будут легитимны. Тем не менее, изменения назрели. Первое. Вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения... Срок обучения может составить от 4 до 6 лет. При этом даже в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы разные по сроку подготовки в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда. Второе. Если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре. Третье. В отдельный уровень профессионального образования будет выделена аспирантура, задача которой – готовить кадры для научной и преподавательской деятельности. Помощь регионам будет исчисляться миллиардами. Средства на реализацию нацпроектов в 2024 году регионы смогут получить и использовать уже сейчас через казначейские кредиты. На развитие дорог в регионах Кремль уже направил больше 250 миллиардов рублей. Еще 50 федеральные власти дополнительно потратят на современный транспорт. При этом, по словам президента, дополнительные средства должны быть не просто потрачены, а привести к конкретным и видимым изменениям. После декабрьского роста годовая инфляция в Рязанской области в январе замедлилась. Об этом сообщает Банк России.
На продовольственном рынке показатель снизился до 10,8%. И этому есть объективные причины. Например, производителям макарон удалось сократить затраты на сырье благодаря удешевлению зерна. А животноводы, в том числе региональные, увеличили выпуск сырого молока, что помогло сдержать рост цен на питьевое молоко и кисломолочную продукцию. По итогам прошлого года по валовому производству молока – Рязанская область вошла в число 15 лучших регионов страны. Замедлилась и непродовольственная инфляция. Медленнее стали расти цены на парфюмерно-косметические товары, например, туалетную воду и крем для рук. Налажен параллельный импорт. Запасы на складах и в магазинах даже превышают прошлогодний уровень. С 1 марта вступает в силу ряд нормативных документов по побочным продуктам животноводства. В целом касаются они одного конкретного продукта, который нужно хранить особенным образом, чтобы окружающую среду не загрязнять. Подробности и нюансы далее в сюжете. На первый взгляд, ряд изменений в нормативных документах Россельхознадзора может показаться даже забавным. Все же речь пойдет о побочных продуктах животноводства, попросту говоря, о навозе. Раньше были случаи, когда из-за его утилизации страдало сразу несколько деревень вокруг. Теперь ситуация должна измениться. Сейчас животновод сам решает, являются ли отходы жизнедеятельности животных так называемыми побочными продуктами. Если да, требования к их хранению стали куда тщательнее прописаны. Определены требования к хранению побочных продуктов животноводства, должна быть специализированная площадка, которая имеет бетонированное покрытие, либо у нас выполнена она из герметично сваренных полимерных материалов. Также допускается у нас глиняная подушка толщиной не менее 20 сантиметров. То есть в этом плане выбор каждого сельхозпроизводителя, животновода, каким образом он будет хранить, но при этом при эксплуатации данной специализированной площадки не должен наноситься вред окружающей среде, и в том числе попадание загрязняющих веществ в водоносный горизонт. Раньше эти требования были довольно размытыми. Например, прописывали, что должно храниться именно на площадке. Но ее размеры и ограждения могли вовсе не оговариваться. Сейчас показатели эти учтены. Другой вариант, который может выбрать животновод – переработка. Способ ее определяется индивидуально. Но и тут свои нюансы. При этом законом теперь установлены нормативные показатели безопасности, требований к хранению, переработке побочных продуктов животноводства. И какой бы способ хранения, переработки животновод не выбрал бы, то в любом случае он должен достигнуть этих предельных значений по безопасности. Важное уточнение. Новые требования не касаются подсобных хозяйств. А вот тем, кому важно знать, уже объяснили. В регионе прошло 147 разъяснительных мероприятий с соответствующими хозяйствующими субъектами. И, видимо, такие беседы понадобятся еще. Дело о поджоге муниципальной квартиры передано в суд. Расследование было не из простых, а обвиняемый и вовсе, что называется, ушел в несознанку. Валерий Седов поговорил со следователем. Он знает подробности. Квартиру свою мужчина полюбил больше, чем живых людей. Ирония только в том, что его жилплощадью она никогда и не была. Этот угол мужчине, как муниципальному служащему, предоставили в администрации. После увольнения захотели забрать. Только вот мужчина о выселении и не подумывал. Дело дошло до суда. Исполнительный лист передали судебным приставам. Но и те еще полгода не могли выселить строптивого жильца. В связи с данной процедурой у нашего обвиняемого, уже подсудимого, да, или осужденного, возникло желание, чтобы эта квартира не досталась никому. То есть в ночь с 3 на 4, находящийся дома, употребив алкоголь, он решил совершить поджог своей квартиры путем разлития бензина, который у него был в квартире. Он его хранил в канистре. Родственников из квартиры поджигатель выгнал. Уже в одиночку поджег бензин и уехал отсыпаться в область. Только поджог пошел не по плану. Пары бензина вспыхнули, произошел взрыв. Дым от пожара поднялся на 4-й этаж, где жила молодая пара. От острого отравления угарным газом 19-летняя девушка скончалась на месте. Парень успел выбежать в подъезд, поискать помощи. Прибывшие пожарные нашли его тело на площадке между этажами. Спасти ребят не удалось. Обвиняемый же отоспался, пришел в себя и выдумал алиби, мол, ездил по делам. А квартиру в это время подожгли. Кто? Якобы какие-то наркоманы, с которыми этот мужчина, дескать, активно боролся. Версия, которую сообщил обвиняемый, была проверена, и она не нашла своего подтверждения, связанного с якобы
возможностью совершения в отношении него преступлений лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков. Вот. И в ходе ряда сложных экспертиз была установлена его виновность в том, что бензин был разлит в середине комнаты, где нет оконного проема. Соответственно, бензин, кроме как изнутри квартиры, никак не могло в те места попасть. Мужчину признали виновным в умышленном повреждении чужого имущества и убийстве двух лиц, совершенным общеопасным способом. А вердикт суда – 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Плюс выплатить 2 миллиона в счет компенсации морального вреда родственникам погибших. И еще 300 тысяч за любимую квартиру. Партнер программы «День города» – выставка-продажа «Икра» и «Рыба камчатская». Свежие морепродукты премиального качества к вашему столу до 25 февраля включительно возле торгового центра «Премьер». 20 февраля открылась выставка Алексея Акиндинова, художника, придумавшего свое направление в искусстве – орнаментализм. Тех, кто придет посмотреть экспозицию, ждет синтез реализма и орнаментализма, на стыке которых рождается особый мир Алексея Акиндинова. Представленные в галерее полотна можно рассматривать как сюжеты из обычной жизни, и они будут по-своему интересны. А можно находить в них всевозможные символы и читать скрытые смыслы. Многие картины, которые просите, я бы мог их написать, но я просто их не пишу, потому что я уже знаю, что некоторые пророчества не очень... положительно, я их просто отметаю и не беру эту тему. Сейчас я беру темы только с положительной какой-то энергией, посвященной любви, созиданию, миру, добру. То есть никакой отрицательной энергетики, чтобы не было. Потому что я понял, какую силу несет искусство. Оно действительно может быть и разрушительным. Я поэтому стараюсь этого не делать. То есть все мои узоры сейчас направлены на мир, созидание, любовь и добро. Символы в своих картинах Алексей начал использовать еще в студенческие годы. Тогда он читал много книг, посвященных символизму. Но порой, по признанию художника, символы приходят из подсознания. И понимание их значения возникает, когда они уже написаны. Есть работа, которая мне больше... она является моим талисманом, я так скажу. Картина «Баловень» как раз вот она здесь висит. Я ее написал как пожелание себе на удачу. Это был 2000 год, я только начал в Москву ездить. И я заложил в нее осмысленно символы плодородия, удачи, благополучия. Там и лестница наверх ведет, эскалатор. Я вспоминаю, как я таскал в Москву работы на себе там за 34 раза, их 60. И я сам таскал огромные вот эти... связки, меня не пускали в метро, я в 2000 году их таскал, выставлялся там, пробивался. И эта картина для меня была и остается талисманом, я поэтому ее не продал, здесь выставлен оригинал. Все работы в экспозиции – оригинальные полотна с интересной историей. Девушку с кувшином художник написал еще студентом, но орнамент появился на ней только в прошлом году. Картина «Слава Господня» выдержала не одно авторское повторение. Самая первая работа оказалась в коллекции знаменитого итальянского дизайнера одежды Роберто Кавалли. Масштабное полотно «Чернобыль. Последний день Припяти» использовали в качестве иллюстрации для учебника антологии английской литературы «Антиутопия». Впрочем, есть и совсем новые работы. Так, для китайского музея Алексей Акиндинов написал картину «Тайны сердца». В связи с пандемией культурные контакты прервались, и работа все еще не улетела по назначению. Увидеть ее первыми доведется как раз посетителям выставки. Более 300 юных лыжников вышли сегодня на старт лыжни здоровья на стадионе «Алмаз». Ребята разных возрастов, младшим из которых было всего 5, бежали 4 вида гонки на 300, 500, 1000 метров и полторашку. А помогали им в этом прославленные чемпионы Паралимпийских игр Светлана Коновалова и Сергей Шилов. Лыжня здоровья – гонка, которую проводят в 12 регионах уже 7-й год. Сегодня в этом лыжном флешмобе участвует даже Дальний Восток. Кстати, наравне со всеми бегут и дети с ОВЗ – ограниченными возможностями здоровья. Рязань встретила соревнования по-настоящему гоночной погодой. Легкий морозец, безветренно, четкая накатанная трасса. При общем лимите в 250 участников на старт заявилось больше 300 мальчишек и девчонок. В первую очередь мы привлекаем тех детишек, которые еще не занимаются спортом активно. Главная задача – это... их сорганизовать именно маленьких, которые, наверное, с 4 лет, во многих регионах, значит, с 4 лет начинают бегать, участвовать. Каждый финиширующий получает медальку, получает грамоту, и у него как-то появляется цель, что, в принципе, а почему бы и нет, а не заняться-то?
спортом. Это очень интересно смотреть, когда маленькие детишки бегут на финиш, стартуют довольны, там еще мама помогает. Конечно, хочется спорт развивать в первую очередь, начиная вот с маленьких детишек. Своеобразным мотором проведения гонки стал благотворительный фонд «Мамино сердце». В таких проектах он с 2018 года, просто цели и задачи полностью совпадают. Фонд уделяет большое внимание пропаганде здорового образа жизни, патриотическому воспитанию молодежи, наших детей. По одной простой причине. Потому что мы понимаем, что это наше будущее. И через 10-15 лет это наш кадровый потенциал, наш кадровый резерв. Эти те люди, на которых наша страна будет делать опору. Те люди, которые будут строить нашу страну, это уже будет их страна. Ажиотаж, вызванный участием в гонке, поддержало и региональное отделение юнармии. На состязание привезли почти роту дисциплинированных спринтеров. Короткий срок мы набрали с трех муниципальных районов наших ребят, участников движения. И сегодня будут принимать участие 65 человек от 8 до 13 лет во всех категориях. Четыре возрастные группы, четыре вида дистанции от 300 до 1500 метров. Скорость прохождения не самое главное. Это как раз тот случай, когда важно участие, а не победа. На этом у меня все новости. С вами была Марина Романюк. До свидания. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 20 по 25 февраля. ТЦ «Премьер».